Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Крошка, Крошка, Аркс, Павел Злой, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Все написали в комментариях, чтобы мы попроходили сюжетку. Если тебе текушь, тебе приятного аппетита, а мы включаем сегодня очень жесткий режим. Пацаны, я не знаю, сможем мы пройти или нет, потому что мод называется It's Me Mod. Это я ж мод. Я не знаю, как правильно, это я ж мод. На Фокси, внимательно смотрим на Фокси, когда он начинает бежать, закрываем левую калитку. Закрываем шкатулку. Кто вообще из вас, пацаны? Вы хорошо вообще играете во FNAF? Да, к нам Фредди пришел. Мы умерли. Значит, мы плохо. Игроки. Ой. Закрываем здесь дверь. Так, чувствую, будет очень жестко. Ну, поэтому и называется It's Me Mod. Не рекомендую закрывать энергию. Слышите? Откуда они постоянно приходят? Здесь Фредди долбится. А вон сзади Фредди. Выходите там быстрей. Фредди, что? Ой. А, это был скример. Ой-ой-ой-ой, смотрите. Выходи, заходи назад быстрей. Арекс. Да, молодец. Профессиональный игрок. Стал в проходе и стоит. Красава. Ну эти маленькие аниматроники нападают. А тут все части будут. Тут прям вообще жестоко это режима. Сюда ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Внимательно смотрим этот скример. О, посмотри, пришло. А вы обратили внимание, что у нас двери постоянно закрыты? Потому что мы их не можем просто открыть так. Ух ты, говно. Аниматроник спит сзади. Они постоянно приходят. Вот смотри, сейчас откроем и умрем. Вот я ж... Ну почему никто не видел, что Фокси бежит, как и я? Прикольно. Так. Ой, надо выбегать, тут гоноу Фредди. Выбегаем. Скример будет? Нету скримера. Он все еще там. О, мальчик шариком пришел. Балун буй. Постоянно приходит, просто постоянно. Оп, только что бежал. Блин, пацаны, выходите, выходите быстрей. Марионетка. Надо шкатулку заводить. Я завожу, завожу, пацаны. Завел. Я пойду проверю. Отлично. Она залазит вовнутрь. Вот это самый крутой режим, когда реально все аниматроники активируются. Ну, прикольно. Я слышу, как кто-то постоянно там падает где-то. Ого. Нифига себе, психи. Так, давайте я тут спаун поставлю, потому что мы застрем друг в друге. Все можно исправить. Чпоньк. 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 Отлично. Давайте стул удалим. А, давайте сюда попытаемся сделать обход пиццерии. Открываем двери. И выходите все отсюда, мы тогда не проиграем. Вот только в проходе не надо стоять, как вы это любите делать, я заметил. Профессионалы по ФНАФу. Я в углу сяду, меня не убьют. Убьют! Убьют по-любому. Так, началась музычка, моя любимая. Так, я в мастерской. Ой, марионетка. Не сыте, пацаны, они с добрые. Нет. Когда ты не в офисе. Ого, я слышу, как кто-то сливается. Ха-ха, Арекс, что ты такой молодец? Два часа ночи, я живой. Мы тащим. Фиолетовый парень был. Отлично. Так, а можно двери открыть? Стоишь. Стой в углу, и тебя не убивают. Так, все нормально вроде бы. Вижу, как он бегает. Ладно, я пошел сам. Я почему не могу выйти? Так, в пиццерии все спокойно, пацаны. Марионетка здесь стоит. Да. В шкатулке спит. Надо было мне камеру там поставить и смотреть, как там приходит. О, привет. Привет. Я буду вам говорить, когда кто идет. Не ссыте, пацаны. Ну знаешь, что мне нравится, что по-честному. Если ты не в офисе, ты не проигрываешь. Они ж в офис приходят. А я в офисе. Как там обстановка? Все хорошо? Открывайте все двери, чтобы батарея у нас не села. Потому что 2 часа ночи уже. Так, почему-то... Лужу оставил. Они, мы проиграли или нет? У нас энергии очень мало. Да? От Nokia. Надо зарядка от Nokia.
Так это не не закрывайте двери тогда. Так, получается, мы по-любому зафейлили, потому что мы слились, а? Но попытка была хорошей, достойной. Так, мне показалось, кто-то был за окном. Какой-то полтергейст. А я хожу за картой, пацаны. Ха-ха, тут прикольно. Изучаемся. Это больно тихо. Разрешно. Да, кстати, они что-то не нападают. Может, все, мы проиграли? Да, они... Это... Время, короче, не пишется. Пацаны, хорошо. Я обнулирую карту. И мы запускаем еще жестче режим. Потому что этот режим называется You can't mod, ты не сможешь. А мы сможем, да, пацаны? Вот согласитесь, мы же сможем? Да. Все. Пацан сказал, пацан сделал. А если пацан сказал и не сделал, у него не получилось. Night 8, нифига себе, это жесть. Так, сразу смотрим на Фоксяхина. О, это ты правильно сделал. Есть, закрытого. Давайте и здесь закроем на всякий случай. Ну извини, да? Нормально там вообще? Да ну не сыск, Эдвард. Ну давай быстренько зашел. Фокс сейчас бежал. Отлично, ребят, ну. У нас получилось, мы тащим. Павела съели, а... Ну Павел, ну не съедайся. Вот это они атакуют, они просто жесткие. Не, пацаны, мы добрые. О, правильно делаешь, вот это ты правильно. Марионетка собиралась. Так, а я... давай я пойду быстренько, закрывай за мной двери. Дерьмо. В смысле? Павел где злой, ты? Молодец, этот. Если Павел злой остался живой, будет продолжаться сюжетка. Закрывай двери, я пойду обзор сделаю. Обзор. Обход. О, блин, тут Фредди меня, короче, апперкотиком прописал в челюху. Обзор. Он не хочет, что тут делал. Мне понравилось, четко. Давайте попробуем так на картофанах пройти. Ну, рискуем. Да, риск неоправданный. Вот это они жестко нападают на вас, пацаны. О, и баллон бой, и бой. О, я теперь знаю, как проходить сюда. Официально можно, что ли? Просто идешь? А, красота. Видите, он нам пишет, что мы не сможем. Я вижу Бонни, вон он, Марионет. Тут еще фиолетовый парень может появиться. Да, кстати, это да. Меня убивал второй раз. О, Марионетка, Марионетка. Заводи, заводи эту челепиздриху. Так я же заводил ее каждый раз. Че я так быстро разряжается? О, фиолетовый Фредди, Purple Freddy. О, привет, мужик, ты че такой добрый? Так, нам вообще, да, не мало раз смысла дверь открывать, это бесполезно. Это сюжетка на этой карте, ну реально жесткая, вот прям, ну прям сильно запилили. О, смотри, там Фредька, видел, стоял за углом? А? А ну перелезти назад на камеру, можешь? Это рахидная камера. Надо просто чуть-чуть издалека по одной и наискосок листать. И лево чуть-чуть, отойди влево. Вау, видишь, смотри. Ты пенял? Вот-вот этот челепиздрик стоит. Это Бонни. Олд Бонни. Опа! Ты кто такой? Давай, до свидания. Блин. На улице гром идет. Молнии и дождь. Там этот был. Вот он. Вот он. Какой-то он странный. Он более синий какой-то. Ну да, кстати, это с какой части-то? Это походу из последней. Давай посмотрим. Закрывай двери за мной. Блин, вы что тут стоите постоянно? Я хочу посмотреть, кто... О, да, вот это сет. Подожди, а где он был? Я так и не понял. В туалете, что ли? В камере 11. Это где марионетка? Только в следующем. Все, все, понял, иду. Я же завожу ты музыкальную шкатулку. Так, марионетка вылезла, пацаны. Да я же заводил, чё она вылезла? Ну она вылезла, ты когда жмешь, она залазит назад, смотри. Вот сейчас ты жмешь. Во-во, она залазит назад, да. А когда ты перестаешь жать, она потихоньку выходит. Но наружу. А что там спринтрап? Какой спринтрап? А я чё умер-то? Я-то был фиг знать где. За компанию. Ха-ха-ха!
Павел злой живой, поэтому мы дальше играем. Представляете, как круто все сделано? Она через стенку нас убила. Да. От морда. Че, они опять что ли не нападают на нас? Энергии на донышке. Да, у меня времени нету больше, пацаны. Походу все. Да. Раньше можно было играть дальше, а сейчас если ты проигрываешь, то все. Обнулируется все. Но мы же выжили. Ну да. Хорошо, пацаны, давайте. Классическая ситуация. Вам отобразится, интересно, какая будет ночь или нет? Давай. Написано? 99-я ночь. Да какой Night 6? Ты че шутишь, что ли? Короче, давайте так. Вот только мы проиграли, значит все, мы по-честному проиграли. А хотя здесь такие есть по сюжетке. Хотя мы раза 3 или 4, да, умерли, а потом только взбросилось. Повезло, давай, заходи. Хорошая камера, нажимая на первую. Ладно, как хочешь. Вовремя я успел закрыть двери, красава. Повезло, молодец, сидит там на картофанах. О, вот он. Уходи отсюда. О, да. Так, а кто там? Фреддик, маленький. Это той Фредди. Так, марионетка, она сидит, ничего не делает. Окси бежит. О, да, он прибежал. А в шестой ночи он будет очень много раз бегать, пацаны. Блин, из-за этой пиццы, которая на стене, мне уж показалось, что это фантом. Вы видели, кто тут у вас стоит? Фредди в туалете корчится. Да, я иду. Ему после пиццы плохо. Ну, все, он пропал, ушел. Что там, абастротейшн? А вот ты пришел. А я не вижу, а возле... тут никого нету. Ты пришел, когда он ушел. Вот, я блин. Возле камеры ты был, как что. Блин, он так быстро в туалет ходит. О, вот на возле нашей... О, он у нас. Он еще пошел кушать. Посмотри на марионетку. Он ругается на нас. Так, пойду, да, давайте тут посмотрим еще. Тут все четко. Идемте на марионетку взглянем. Мне кажется, когда я переключаю камеру, то у меня сбрасывается типа, заложка. А, я не смогу посмотреть, тогда придет. Да, убило. Потому что я умер. Вот морда вонючая. Закрывай за мной двери. Ого, он стоит тут в углу. Так, пацаны, смотрю. Не, марионетка что-то неактивная в эту ночь. Или она активируется, наверное, позже. Мне кажется, я просто часто завожу шкатулку. Ну ты молодец. Марин, мангл еще не приходит. Странно, да? Обычно приходил. Так. Я иду к вам, пацаны, в офис. Я слышал. И Бонни куда-то пропал. О! Смотрите, Фредди стоит. Сейчас он уйдет, и я зайду. Фишка. Обычно Фредди кушает. Давай, скажи, когда открывай дверь. Давай быстрее, кусок говна. Уходи отсюда. И ты еще пришла. А я не могу балун бой бить, а этого могу. По спине. Уходи отсюда. Ну давай быстрее. Димас, у нас чисто с другой стороны. Он вошел. Ну блин, что вы сделали, пацаны? Надо было меня не пускать. Ну ладно, все нормально, пойдет, мне нравится. Давайте на дурачка зайдет там кто-то или нет? Да балун бой обесточил нас. А теперь дверь не работает. Так, смотрим. А если Фокси сейчас побежит, это будет жопа. Я могу его взять и унести от собой. Не, так нечестно. А ну давай попробуй. Знаешь, что надо будет делать, когда он будет пытаться к нам бежать? Физганом его взять и схватить. Мне кажется, это так не сработает. Через. Ну да, тут заскриптовано все. Да. И что? И все? Два часа ночи. Фокси сейчас будет бежать. Бонни с Фредди нету. Фредди в туалете. Кстати, да. И Чика там за углом. Ой. А! Блин! Ой, пацаны, прощайте! Что а нет, такое? Мы живые! Нет, Фокси, не блин, Фокси вот бежит. Это мне она вписала! Егетро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем! Пока.